Работы по установке памятника основателю Севастополя продолжаются. 18 февраля представители законодательного собрания и правительства города, а также участники научной конференции собрались на Приморском бульваре для того, чтобы оценить размеры будущей скульптуры. Перед архитектором стоит задача гармонизировать памятник с окружающим пространством. Также необходимо определиться с габаритами постамента относительно образа Григория Александровича Потемкина. Очень важно, чтобы мы не потеряли вот эту монументальность, но в то же самое время не задавили этой монументальностью окружающее пространство, камерность нашего Приморского бульвара. Архитектор проекта Владимир Керемечий подготовил для представителей севастопольской власти несколько коллажей, с помощью которых можно ознакомиться с внешним видом памятника. Также строители собрали из фанеры макет постамента и статуи в масштабе 1:1. Мы сейчас хотим здесь смонтировать, ну не смонтировать, а повесить, поставить саму фигуру предполагаемую, какая она по эскизному проекту предполагается. Мы посмотрим на этот проект с разных сторон, и в том числе выйдем в море на катере, посмотрим, как это будет смотреться со стороны моря, со стороны мыса Хрустальный в том числе, потому что очень важно, чтобы этот памятник формировал грамотно, точно, адекватно морской пейзаж, морской фасад Севастополя. После выбора подходящих размеров в здании законодательного собрания Севастополя установят стенды с различными вариантами памятника. Горожане смогут прийти и высказать свое мнение. Установить памятник планируют этой осенью.